Да, друзья, еще тут такая движуха есть. Короче, дело в том, что, оказывается, Unity позволяет создавать свои собственные клубы ассасинов, короче говоря. Вот, и сейчас на ваших глазах я создам наш клуб. Название клуба. Так, тег у нас будет... Да. Так, страна Россия, любимое социальное действие. Как у нас тут? За совместная игра, наживо. Так, выберите данное предпочтение, если основная цель вашего клуба получать прибыль от выполнения заданий наживо. Так. Че еще? Кредо. Ну, давайте совместную игру сделаем. Да, совместная игра. Исследование, деятельность клуба. Так, деятельность клуба, что такое? Очки задания клуба. Так, получить усиление очки кредо. Так, данное предпочтение, если основная цель вашего клуба разблокировать награды за выполнение заданий совместной игры. Угу. Так, все задания клуба. Еще у нас еще исследование, да? Исследовать каждый уголок Парижа вместе с другими игроками. Ну, давайте остановимся на совместную игру. Именно. Так, я... Так, еще кредо. Еще одно действие. Так, развлечение для тех, кто просто хочет получить удовольствие от игрового процесса вместе с другими игроками. Так. Для тех, кто хочет выполнить все задания вместе с участниками своего клуба. Развлечение, выполнение, погружение. Так, для тех, кто хочет примерить на себе образ ассасина в ролевом взаимодействии с другими игроками. Соревновать. Нет, знаете, просто развлечение. На самом деле, мне это больше и не надо. Так, значит, соцдействие у нас. Совместная игра, кредо, развлечение. Ну и все, создаем клуб. Так, так, блин, кто-то уже его использует, Сич. Тогда, раз уж тут все занято, пусть будет у нас так. Так, Games Total Wars. ГТВ. Короче говоря, вступайте сюда. Да. Так, Ubisoft оставляет за собой право в любой момент удалить или переименовать ваш клуб, в случае, если его название или тег будет содержать некорректную или оскорбительную инфу. Окей. Вы создали клуб, пора пригласить других игроков. Ну, короче говоря, вы теперь знаете, как искать. Так, потом, чтобы меня найти, да? Я в Uplay обозначаюсь вот так вот. Тямич, да? Короче говоря, что делаем? Вы находите либо меня, да, в Uplay, либо, собственно говоря, заходите вот в найти клуб, да? И тут по... Блин, я тут еще не слишком понял, тут название по тегу, да? Ну да, вот жмете поиск по тегу ГТВ, найти. То есть сейчас будет наш клуб, Games Total Wars. Значит, лидер я, время существования сегодня, собственно говоря, первый день. А, друзья, вступайте в клуб, вот, и взаимодействуйте между собой. Я думаю, это будет, скажем так, неплохим началом сплочения, да, подписчиков между собой. Вот вы будете все такие крутые ассасины, прокачиваться пока что. И иногда, когда-нибудь буду заходить в наш клуб и я, ну, то есть вместе побегаем, может быть, я даже это все дело запишу, кто его знает, вот. Но обязательно по кооперативу у нас будут стримы, вот. Блин, ну, Unity, короче говоря, офигенская игра. Не знаю, что еще сказать, столько всего. Молодцы, друзья мои, молодцы. Так, ну и в принципе, тут еще задание клуба, я так вижу, тут несметное воинство. Надо, чтобы 4 или больше человек было. Что еще? В клубе состоит 4 или больше участника и так далее. Ну, тут много всего, тут надо сейчас смотреть. Надо смотреть и изучать эту игру, потому что, блин, тут действительно много всего. Короче говоря, вы знаете, что делать. Все, ищите клуб.
Ищите клуб, тут мои контакты, профиль, так. Ищите клуб, тег ГТВ, вступайте в него, там, зовите своих друзей, выполняйте совместно миссии. Нас по-любому должно быть больше, чем 4 человека. И как-нибудь потом соберемся, все это дело запишем. Время от времени будем собираться мы в Assassin's Creed Unity. Короче говоря, на этом все. Все, вы знаете, что делать. Вступаем в наш клуб ассасинов. Будем самыми крутыми. Надерем тут нафиг всех бандитов в этом задрипанном Париже, блин, твою мать. Все, покедово, ребят.